Друзья, всем большой привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Хотела рассказать сегодня свои планы по вязанию. Сегодня я начала новую пару следочков, тапочки следочки. И продолжаю вязать кардиган. Остались у меня вот такие ниточки. Ниточка розовая. Здесь у меня смесь шерсти и акрила. Здесь идет у меня четырехжильная ниточка, вот такая. Вот такую приобрела ниточку коричневую. Эта ниточка у меня уйдет на полоски. Буду вязать носочки с полосками. Вот такие ниточки коричневого цвета. Здесь идет ниточка трехжильная. Вот такая. Начинаю из нее вязать носочки и следочки. Вот такие вот большие бухты. Это каждая бухта. Получился вот такой клубочек. Вот раз, два, три, четыре бухты я раскрутила. Еще у меня есть вот такая светло-серая пряжа. Из нее буду вязать тоже следочки, носочки. Вот такие планы по вязанию у меня на этой неделе. Планирую вязать носочки, следочки. Продолжаю вязание кардигана. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся скоро в новом видео.